dude. See? Попробуем вот сюда. Аванти и мерча! Вот сюда. Уомини, аванти! Так, теперь эти подкрепления сюда. Аванти и мерча! И сюда. Пронти и мерча! Си! Еще одна армия сюда. Руппи, аванти! Siamo pronti. Truppe, avanti! Vostra maestà? Pronti, in marcia! Siamo pronti. Truppe, avanti! Мелкие отряды заблокировать. I vostri ordini, maestà? Или этим нападать. Сеньоре, и вострые ордени? Это можно этим. Сеньор, си! Что получится, если поближе подвести. Да, синистра! И марча! Сеньоре! Если поближе. Аванти! Пер иль паэзе и ла корона! Pronti agli ordini. Что же? Еще поближе чуть-чуть. Vostra maestà? И марча! In attesa di ordini. Должно хватить. Кирасира много, ладно. Сейчас подведем еще чуть-чуть. Pronti! И марча! Siamo pronti! Что ж, попробуем нападать. Schiantateli! Три армии против трех. Так, сколько же у меня всего войск? Солдат. Если в одной армии 6 тысяч, то в трех 18 чем-то. И у Пруссии тоже. Что ж, попробуем разбить. Посмотрим. Пушки за холмами. Ладно. Мон Дье! Что за мерзкая погода? Сырой порох означает верный промах, месье. Хорошо. Что сырой порох? У Пруссии тоже будет сырой порох. Сеньор Си! Вот холмик. Сеньор Си! Для артиллерии. Сеньор Си! Сеньор Си! Сеньор Си! Сеньор Си! Здесь легкая пехота была. Вот. Сеньор Си! Сейчас выберемся. Гренадеры. Сеньор Си! И все вроде бы. Мне даже простой пехоты нету. Есть гренадеры. Легкая пехота. В смысле, у меня линейной пехоты нет. Обычных мушкетеров. Так. Так, так. Выравниваем.
ближе подводить не будем. Так, легкая пехота. Вот здесь будут защищать пушки. И вот здесь. Этого еще сюда. Гренадеры — это морская пехота тоже. Гренадеры. Эти вот здесь. Находится. Да, получится. Так, стоп. Вот здесь где-то спрятать. От артиллерии. Старые пусть будут на фланге. Здесь тоже конница пусть. Так, ну, генерал пусть за холмиком. Мы начинаем сражение. Пусть будет перестраиваться. Я по кавалерии постреляю. По пушкам попасть. Разбили. Хорошо. Это уже кричит ура. Это не галлюцинации. Эти
нажимали. Все автоматически стреляют. Целятся. Так, пехота двигается. Хорошо. Кавалерии каре. Драгуны вперед. Убивать.
Вера справа вам мешает. Здесь драгоны. Назад. Поможем. Так можно уже идти. Здесь забитки возвращаются. А это еще генерал в атаку решил пойти. Это кто? Вот
можно и наступать. Еще пехота есть. Кавалерия, хорошо. Где-то стреляем. Ваша славная победа уже близка. Конечно. Все вперед. Моя пехота. Все наступают. Сеньор Си!
Наши люди бегут, месье! Ладно. Так, справимся. Что же ты подпоил? Все, продолжаем. Пушки берем. Да. Где тут драгуны? Что-то я не забыл, что ли? Вперед! Вперед. Вперед все. Бегом.
вперед. Кавалерия. Это на пушке. Тут легкая пехота. Сюда. Здесь сюда все. Вот так, сюда и пушки. Они стреляют, вот. Пусть сюда стреляют. Вперед какой-то непонятный. Непонятно кто. Потом разберемся. Все. Вперед за пушками. Вперед, бегом. Есть. Быстрее. Артиллерию уничтожаем. Быстрее, пока не пришло подкрепление. Если все противники будут отступать, их будет больше 20, то мне компьютер присудит победу и не будет ждать, когда пройдет подкрепление. Но если вдруг станет 19, то эти бойцы слишком устали. Подкрепление начнет идти безостановочно. Быстрее перестраивайтесь. Срочно всех. Срочно всех. Все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 21 пока. Сейчас. Все. Победил. Две другие армии даже не пришли. Моих двух армий подкрепления потерь не будет, а у противника, несмотря на то, что они не подошли, потери будут, так как они проиграли. Героическая победа. Смотрим. У меня 2659 потерь, у них 14000 потерь. Я же говорил. Тут лучше всего гренадиры, легкая пехота. Работали. Так, смотрим. Аванти! Пер иль паэзе и ла корона! Видите, у них потери есть, а у меня вот подкрепление у... Сеньоре. У армии, которые подкрепления не было. Потери. Ну, здесь уже победа стопроцентная. Так то у нас гарнизонные войска только остались и войска, которые понесли потери во время отступления. И добиваю. La vittoria è nostra! Оккупируем. Генералы у меня молодцы. Sì, mio sire. Здесь всякие награды им.
Merci, mio sire. Этого генерала тоже. И у этого генерала тоже всякие награды. Так, Пруссия разбита. Так, Россия же объявила войну. Надо наказать. Sono in trappola. Siamo invincibili. Копируем. Хорошо. Sì, mio sire. Здесь подкрепление надо. Раз, два. Пушки, пушки тоже будут. Хватит и столько. Уомини, аванти! Ну что же, попробуем сразиться. Аллистанте! Сразимся.